Все, мы приехали в Кремль. Ща это зацеп на Кремле. Чонг-чонг. Мы вообще вовремя, да? Да. Чонг-чонг-чонг. Вот мы и в Кремле. А так раньше жили. В такой красоте. Такой, прикинь, дом на даче. Все тащить еще придется. Надо себя снимать, да, по идее? Не знаю. Может, пацанов снимать? Вы таскаете, я снимать буду. Да ладно! Да ладно, что вы пришли? Прямо на чонг, прямо пришли. Вот чонг добрался до Москвы. Все, я оператор. Официальный оператор этой бати. На лоб я хотел. Но Мишань говорит, не бери такую. Кто-нибудь ебет тебе в лоб. Че, взорвать танцпол? Показать, как я камон и дэнс устраиваю. Под попсу. Сейчас верхних прибавим. С ним уже ничего не сделаешь, ему пиздец. Давай, давай! Ась, посоветуй тебе место. Подписчикам привет передаем. Всем привет. Привет. Привет, просто привет. И просто привет. После этого они меня нахуй отпишутся половина. Пиздец, блядь, это вообще не по-братски. Да? Да. Тяжело. Тебе что, 20 лет, я не пойму. 26. Ты уже старый. Кто его позвал? МС Барян. Барёк, мокрых кисок, ебарёк, ёпта. Нихуя себе, слышь. Лепит, да? Нормально вообще, блядь, от души. С ума сойдёт от репертуара там. Бабкина на Андюха там. Прям на самый-самый верх. Правда, в Кремле? Ребята, можно с вами? Да. Все выше и выше. Кому приятно, девочки? Наша мама пришла. Молодца принесло. А что они в ритм попадают, в отличие от Димасика? Я же говорил, будет это зацеп на Измайловской башне. Кто мне не верил? Taking part in this charity concert
I don't understand. Thank you so much that you come here. Чонга ніхуя не видно, конечно. Чонг, listen to me. Oh, it's not because I'm this fan. Yeah. Ты меня с ним, да? Давай, давай, давай. Next time we will present your passport. Я тоже хочу. Я тоже хочу. Мир не переживайте. Ну нет, он совсем красивый. Ребята, уходим, ребят. Собираемся. Как делают? Что-то слишком много компромат. Что-то строят, какая-то промзона. Вон Москва-Сити видно. Ну, да. Сдается в аренду. Пишите в личку, я вам расскажу, да. Да нет, здесь круто. Выход на телек после 9 штраф. Пиздят, нет никакого штрафа. Наш дагестанец сказал, забьет, и что-то, блядь, забивает Серж Горелый, у которого все кальяны сгорели. Да и Павел Кальянов, мой брат его зовут. Бля, нормально, бухты играют. Перегорел! Thank you.
Катюха не видит. Мы подходим. Не надо, блин. Хорош. Добрые дела. Вступайте. Наше движение. Мест много. Я детей снимаю. Ну и тебя. Немного. Что здесь творится днем? Ромарио разошелся. Блин, да вообще утренник, хотел сказать. Танцы со звездами. Но меня туда не позвали сегодня. Вон та башня, с которой я вам показывал видок. Вот, вот так и закончил наш Кремль. Было весело, я выспался даже. Добрый вечер! Привет! Нихуя себе, бля, пиздец, мы погрузились. Да, нормально, да? Пили, как бы, бля. Да не, культурно едем домой, чё. Из Барагоза вообще, спокойно. Ну да. Максимум с перегарчиком и все. Ну перегарчик может быть, да. От всех. Да, вряд ли.